Вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет! Если вы включили эту опцию, то слышите нас, Георгия Черданцева и Константина Генича. Вашему вниманию две отличные команды на поле. Динамо Загреб играет против Челси. Отличный матч ждет нас, Георгий. Не вижу ничего такого, что говорило бы об обратном. Посмотрим на состав хозяев. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Челси – одна из самых знаменитых и популярных команд сейчас в мире. Она основана в 1905 году. Но знаете что? В первые 50 лет с момента основания клуб не выиграл ни одного трофея. Да, первое чемпионство Челси выиграл в сезоне 54-55, еще в прошлом веке. Но кто бы мог тогда подумать, что команда через 60 лет станет единственным клубом в мире, который владеет одновременно двумя главными европейскими трофеями – кубками Лиги чемпионов и Лиги Европы. Пусть это и продлилось всего 10 дней, пока не стал известен новый победитель Лиги чемпионов. Но такое в истории футбола случилось впервые. Маунт. Отличный чистый отбор. Маркос Алонсо. Маунт. Маркос Алонсо. И в очень неподходящем месте свалил игрок. Вполне может карточку получить за это. Только-только матч начался, и уже один из главных героев известен. Это арбитр, который сегодня спуску никому не даст, похоже. Да, и вот этот игрок совершенно ненужно посадил себя на карточку в самом начале матча. Отлично защитник сыграл и разрядил ситуацию. Шикарно высокий прессинг, и мяч снова у них. Здорово отдано на ход. Нет, ничего не получается здесь создать. Мяч потерян. Идет с мячом к воротам. И что дальше тут будет? Подача, мяч летит в штрафную. Нет, не получается навес. Все-таки вратарь смог первым добраться до мяча. Вратарь, что ты исполняешь, эй? Маркос Алонсо. Свою же ошибку исправляет вратарь в этом моменте. Очень грубо он ошибся, конечно. Но из игры не выключился. Удар был непростой. Смог его потащить и исправил свою же ошибку. Челси идет в атаку. Хороший блок. Мяч не проходит дальше.